Всем привет! Я протестировал уже немало различных умных пылесосов, и почти под каждым обзором мне писали, что самые лучшие роботы-пылесосы производит компания iRobot. Несмотря на то, что товары у них не дешевые, я все же нашел для обзора одну из самых популярных моделей Roomba i7+, которая включает в себя базу для автоматической очистки пылесборника. Кто не знает, iRobot – это американская компания, которая является лидером в США, Японии и Европе по продаже умных роботов. Они имеют 30 лет опыта в инновации и в разработке, а продали уже более 30 миллионов экземпляров роботов-пылесосов по всему миру. Еще в далеком 2002 году ими был разработан робот PackBot, который взяли на вооружение войска Соединенных Штатов. В то же время совместно с National Geographic был разработан специальный робот для поиска пирамид в Египте. Штаб-квартира и разработка iRobot находится в городе Бедфорд, США. В общем, это что-то типа компании Apple, но только в области умных роботов. Модель Roomba i7+ позиционируется как решение для сухой уборки больших помещений, то есть влажную уборку он не делает. Для этого у этой фирмы есть отдельная линейка устройств под названием Bravo. Собственно, сам пылесос называется Roomba i7, а плюс обозначает расширенную версию базовой станции, умеющую очищать контейнер пылесоса в автоматическом режиме. Входящая в комплект темная башня, она же тот самый плюс в названии модели, которая и обеспечивает ключевую особенность Roomba i7+, то есть возможность самостоятельной уборки больших площадей. Для этого в станцию встроено не только зарядное устройство, а еще и мощный вакуумный насос и одноразовый мусорный мешок, вмещающий содержимое 30 мусоросборников пылесоса. При заполнении мусоросборника робот возвращается на базу, где его содержимое через клапан в днище мусорного бака за несколько секунд перекачивается в мешок, после чего можно продолжать работу. Если же заряд батареи упадет ниже критичного, то пылесос также вернется на базу и продолжит уборку после подзарядки. Такой способ очистки мусоросборника избавляет от необходимости пачкать руки и вдыхать пыль, вытряхивая его вручную, но иногда вам придется покупать специальные мешки для мусора. Процесс очищения контейнера занимает примерно 5-7 секунд. После этого контейнер пылесоса остается полностью пустым, а при заполнении мешка приложение вас уведомит о необходимости его замены. Roomba i7+ надежно стыкуется с док-станцией, и лишняя пыль в момент очищения не попадает в окружающее пространство. Единственный относительный минус всего этого процесса – заметный уровень шума, но, к счастью, все происходит очень быстро. Если вдруг вы уже купили только пылесос, то базу можно приобрести отдельно, в комплекте с соответствующим пылесборником, потому что у обычного i7 он не имеет клапан. В комплект поставки входит еще и виртуальная стена, которая, несмотря на солидное слово «стена» в названии, оказалась весьма скромного размера. Она красиво подсвечивается при включении и работает от двух батареек типа 2А, которые, между прочим, имеются в комплекте. Виртуальная стена работает в двух режимах. В одном из них создается прямой невидимый инфракрасный луч длиной около 6 метров, которым можно заблокировать вход, например, в ванную или на открытый балкон. Второй режим создает вокруг себя запретную зону радиусом около 60 сантиметров, в которую пылесос не будет заезжать. Так можно избавить от нежелательного контакта посуду для животных или новогоднюю елку. Эти два режима работы наглядно показаны в инструкции, наклеенной на это полезное устройство. По конструкции перед нами робот-пылесос в классической форме и компоновке. Сверху имеется камера для навигации, инфракрасный датчик, 3 сенсорные клавиши и ручка для переноски. Последнее почему-то является редким решением и очень зря, поскольку это очень удобно, особенно если пылесос приходится переносить между этажами. Спереди традиционный бампер с набором датчиков, хотя в принципе датчики тут везде – сверху, спереди, снизу и по бокам. Все они помогают пылесосу прекрасно ориентироваться в пространстве и деликатно обходить препятствия. Сборка отличная, в экстерьере очень много глянца, но сказать, что он в данном случае лишний, нельзя, ведь робот смотрится очень стильно. Ну а теперь переворачиваем пылесос колесами вверх и сразу видим уникальное запатентованное решение. Roomba i7 имеет два резиновых валика разной формы, которые вращаются один навстречу другому. Первый поднимает пыль и мелкий мусор в воздух, а второй направляет его в мусорный бак. В других роботах-пылесосах всегда устанавливается только одна центральная щетка, отчего на них всегда наматываются длинные волосы и вам приходится регулярно очищать их вручную. А на эти силиконовые валики наматываться ничего не будет. Волосы и шерсть без каких-либо препятствий сразу проникают внутрь пылесборника. По качеству уборки пылесос с двумя силиконовыми щетками, которые вращаются друг навстречу другу, однозначно выигрывает
выигрывает у своих сородичей с обычной турбощеткой. Также за счет этого поднимается даже хорошо утоптанный ворс ковра. И это просто огромный плюс. Боковая щетка отвечает за уборку возле стен и в углах. Она сметает весь мусор в зону уборки пылесоса. А в этом небольшом отверстии находится еще одна запатентованная технология, отвечающая за обнаружение грязи. С помощью сенсорного датчика пылесос фиксирует места наибольшего загрязнения и очищает их более тщательно. А благодаря крупным колесам и хорошему клиренсу, Roomba i7 Plus без проблем справляется с порогами в 2 см. Пылесборник легко снимается, имеет объем 400 мл. Его можно мыть проточной водой, но предварительно сняв HEPA-фильтр, потому что он все же боится воды. Мусорный бак робота имеет еще один интересный элемент – клапан для стыковки с док-станцией, о которой я вам уже рассказал. При помощи кнопок на корпусе пылесоса вы можете активировать и ставить на паузу рабочий процесс, производить точечную уборку, а также возвращать пылесос на базу. В принципе, для того, чтобы пылесос выполнял свою основную функцию, вам даже не нужна установка приложения. Но для раскрытия всего потенциала и удобства программа iRobot Home все же пригодится. С помощью приложения вы сможете управлять роботом из любой точки, где есть интернет. Процесс первичной настройки стандартный, регистрация и указание беспроводной точки доступа, к которой будет подключен пылесос. После этого вам станет доступна полная функциональность, в которую входит возможность деления квартиры на зоны, установка графика уборки и сводка по завершении. Все это вы можете делать при помощи своего смартфона, что очень удобно. Только делить помещение на зоны и выставлять границы уборки вы сможете после первой уборки. За это время пылесос обучается и формирует карту. После этого приложение сообщит вам о том, что карта помещения готова. Отмечу также и то, что пылесос умеет анализировать уровень загрязненности, а после уборки в приложении вы будете видеть карту своего дома, где будут показаны зоны с наибольшим загрязнением. И при следующей уборке пылесос сделает акцент на этих местах. Roomba i7 может не только ездить по стандартной траектории, но и грамотно подходить к процессу уборки. График уборки настраивается детально и максимально индивидуально. К примеру, вы можете назначить уборку на конкретную дату или по конкретным дням и часам. А также можно задавать нужные зоны и тип уборки. Еще при помощи приложения вы можете включить голосовое управление пылесосом через Alexa и Google Assistant. Что касается навигации пылесоса в пространстве, то ему можно поставить высокую оценку с небольшой поправкой. Каким бы умным ни был Roomba i7 Plus, а он действительно умен, но блестящие предметы, особенно ножки стульев и кресел, а также зеркала пока могут сбивать его с курса. Однако это характерно для всех подобных устройств. В остальном к работе пылесоса у меня нет претензий. Он получился относительно негромким, проходимым и хорошо выполняющим уборку. Лично у меня вывод получился следующий. Робот-пылесос Roomba i7 Plus отличается продвинутой по комнатной навигации. Робот легко строит карту помещения и даже делит его на комнаты в автоматическом режиме. При этом имеется возможность отредактировать карту, внести правки в разделение на комнаты, присвоить комнатам соответствующие имена и установить запретные зоны, куда пылесос не должен заезжать. Его можно отправить убирать выбранные комнаты сразу или по расписанию, составленному на неделю. Впрочем, не все функции, связанные с картой, здесь реализованы. Например, на карте не показывается, где в данный момент находится робот. А еще нельзя отправить пылесос выполнять локальную уборку в какой-то определенной точке. Главным преимуществом данной комплектации является система автоматического опустошения пылесборника, что значительно облегчает обслуживание робота. К достоинствам отнесу следующее. Шикарная сборка и качественные используемые материалы. Приятный стильный дизайн. Хорошее качество уборки вдоль стен, вокруг препятствий и на открытой площади. Автоматическое опустошение пылесборника. Система продвинутой по комнатной ориентации. Функциональное мобильное приложение для контроля и управления. Режим уборки по расписанию с расширенными настройками. Легкая очистка основных щеток. Возобновление уборки после подзарядки. Датчик
классики переполнения пылесборника и уровня загрязнения, высокоэффективная фильтрация и хорошая комплектация. На сегодня это все. Ссылки на пылесос и официальный магазин iRobot я оставлю в описании под этим роликом. Надеюсь, видео вам понравилось и было интересным. Всем желаю удачи и до скорой встречи!